Йоу, сабой, с вами Мастхэт. Я тут немного приболел, поэтому я в очках. Не хочу вам показывать свои заплывшие глаза. Но мы смотрим сегодня обладает Джимбо Бэйн. Это трек с альбома Облы. Альбом Ice Cream. В общем, они выпустили клипец. Давайте чекать. Чопа в деле реки крови. Этот стиль тебя уронит. Сел их будто равиоли. Парень, мы рифмуем в коме. Лоды мы кидаем мали. Лед на зубах, курю пламя. Пыль спадала на моих педалях, где я бы не зашибал нали. Я вышел из бешеных псов в кошельке оригами. Вынесли кассу, так много грехов, но душа... Ну, Джимбо делает в своем стиле такой агрессивной подачи. Ну, не агрессивный, а злой, я бы сказал, вот. Выбор на бенда, как в универмаге. Лицо президента на гнилой бумаге. Я кручусь на блоке и кручусь на радио. Нахуй тех лохов, ведь им не поднять это. Где теперь те, кто не верил? Удлиненный магазин на районе потери. Я в поисках денег, Джей Джей Белик. Молодой Кенни, уведу твой велик. Я боевой пес, не суну нос телек. Задал вопрос, вижу, ты не уверен. За мной не ОМОН, но вынесем двери. Улица дом, но мы курим в отеле. Бэйн, Бэйн, Бэйн. Вышел из трэпа, как Бэйн. Бэйн, Бэйн, Бэйн. Вышел из трэпа, как Бэйн. Замешал лин и спрей. Бэйн from porno site. Бэйн, Бэйн, Бэйн. Курим суицид. Вышел из трэпа, как Бэйн. Вышел из трэпа, как Бэйн. Чопа в руке, будто Блейк. Я всегда черным, как тень. Но Обла делает в своем новом стиле, который мне не нравится. Зачем он начал делать в таком более западном звучании, когда у него был собственный стиль, который заходил многим людям. И Назар знает, что многим не нравится его новый альбом. Но он говорит, что он не хочет особо делать в том стиле, который он делал раньше. Но этот трек, кстати, не самый плохой с альбома. Один из лучших. Я поймал птичек La Flame. Давно получил свой хардбрейк. Все суки ведутся на фейм. Твоя хо купилась на фейк. Цепки to chains, маски как Бэйн. Ты надел Гуччи на змей. Это Гран-при, я упал в Бэтмобиль. Хобло Брюс Уэйн. Свет в темноте, это тот день. Слышь, меня кормит твой хейт. Готэм в огне, джунгли везде. Гориллы не знают про бейс. Мы крутим ролл, крутим бэкутс и джуси. Почему новички все страдают, как пуси? Я курю призрак, я поджог газ и шмаляю, как сузи. И мы так высоко, что к себе не подпустим. Чопа в руке без прицела. Нахуй мне, сука, с прицепом. Дал имя псу, это Цербер. Я в блэк-листе, вы тут церковь. Чувство, что я в эпицентре. Мозик же сделал мне цепки. Я вижу кратер со сцены. Выйди из круга, но целым. Бэйн, Бэйн. Вышел из трэпа, как Бэйн. Бэйн, Бэйн. Вышел из трэпа, как Бэйн. Вышел из трэпа. Короче. Вышел из трэпа, сделал мунволк, и я вышел из трэпа. Сделал мунволк, и я вышел из трэпа. В принципе, бровь не почесать. В принципе, трек неплохой. Снято тоже нормально. Даже вот это, типа, как в клипе Vogue было. Тоже спецназовцы какие-то. Ну, может, не спецназовцы, но люди с оружием, грубо говоря. Отсылки к Готэму есть. Если послушать старые треки Обла, там почти в каждом треке были отсылки к Готэму, к Бэтмену. Там было все такое зачетное. В принципе, этот трек хорош. Но если бы Обла вернул свой старый стиль, хоть на один трек, я думаю, это многим бы зашло. Поэтому если Назар сделает в старом стиле хоть что-то, это понравится слишком много народу, я думаю. Конечно, не вот этой аудитории, которая больше любит слушать фейса, который... Не нового фейса, который роняет Запад, да? Но лайк я поставлю. В принципе, это годно. Короче, гайз. Я думаю, что это, в принципе, работа неплохая. Ну, 7 из 10, 8 из 10.
напишите в комментариях, что вы думаете насчет этого. Ну, я, пожалуй, пойду лечиться, да, а то с моим видом лучше вообще не показываться нигде. А, ну, короче, это, до свидания.